Всем привет, иду я в сервис-центр, чтобы отдать ноутбук. 3 минуты показывают. Выбирал по отзывам в гугле, вроде рейтинг хороший. Но в чем засада, эти сервисные центры, ну этот, по крайней мере, работает с 10 до 2. И все, то есть надо ехать с утра. И что самое плохое, на выходных он не работает вообще. Но зато более-менее я поехал на автобусе. Вот и тут осталось чуть-чуть пройти пешком вверх. Вот туда. Базар Хинкин. Хинкин. Ну, типа, прямо по курсу должен быть сервисный центр. Ну, такие вот домики здесь. Вот он. И он закрыт. Прелестно. В гугле написано открыто. Прекрасно, просто гениально. Но я с ними списался. Они говорят, что будут работать только с 4 сентября. Типа выходные, отпуски. Извините, не работаем. Ну и ладно, поищем другой сервис. Зато покажу вам улочки Сантандера. Куда еще мы ни разу не ездили, не ходили. Здесь стирают белье и сушат. Потому что, повторюсь, в испанских квартирах по-прежнему отсутствуют стиральные машины. Ну и сушильные тоже. Очень часто можно такое наблюдать. Они есть не у многих. Испанцы такие смешные, веду с ними переписку, что типа кто-то еще занимается, можете посоветовать другую мастерскую, покуда вы 4 сентября выйдете на работу. Говорят, ну да, между Бильбао и Мадридом есть сервисный центр Apple. Вот туда можете обратиться. А так, мы единственные типа в Сантандере. Чиним макбуки, елки-палки. Не хотят конкурентам, да, давать преимущество. Это же такое, когда мне срочно надо, ждите, покуда мы вернемся из отпуска. Ладно, я еще нагуглил тут несколько магазинчиков. Вот к одному из них иду. Посмотрим, что он из себя представляет. Мастерских имею в виду. А тут еще один такой дворик. Ну, такие улочки, честно говоря, меня не особо впечатляют. Киев в этом плане будет покруче, город. Очередной раз в этом убедились. Escuela Oficial de Idiomas. Типа школа иностранных языков. Официальная в Сантандеровской. Jardín Secreto. Сад секрет. Секретный сад. Или Jardín как детский сад. Ну, секретный. Испанская квест-комната. Вот табакос. Такие домики тут уже симпатичные начинаются. А то идешь как общага какая-то. А тут можно сыграть в лотерею или сделать фотокопию. 92 миллиона евро. Стоит 2,50 участие. Взял себе один лотерейный билет. Возможность выиграть 92 миллиона евро. Это как раз то, что нам надо. Стоит 2,50. Правильно? Я вам уже это говорил. Все испанцы постоянно играют в лотереи. Если ты не играешь на лотерею, на тебя смотрят как на чудака какого-то. О, тут тоже есть эти эскалаторы. О, здесь они как они не работают. Поэтому первым делом купите лотерейный билет. Вторым делом не уповайте на удачу. Зарабатывайте миллионы сами. Вот тут красиво. Согласитесь, красивая площадь. А это, наверное, этот... ярмарка, базарчика, что ли. И вещевой рынок. И, наверное, здесь реально рыбку продают. Смотрите, реально он здоровый такой. С 8 до 2 обычно работает. Даже по субботам работает. Здесь можно купить себе лобстер. А, сейчас уже мало кто есть. Остатки рыбы уже закрываются. Да, уже закрывается, потому что уже почти. Сюда нужно приходить с утра, потому что все уже закрыто. А здесь? Ой, а здесь типа как у нас, барахолка. Чаи, крупы, ну типа базарчик такой. Прикольный, смотрите, он реально тянется и тянется. О. Помидорчики. Рыбка. Хамон. Слушайте, это прикольное место. Фрукты.
такой вот, как и у нас, а-ля Бессарабский рынок. А сам местный Бессарабский рынок весьма красив, смотрите. Причем там очень много всего, фрукты, овощи, ну, то есть перцы, там, помидоры, яйца, все это. Может и сюда лучше приезжать, как мы ездим на ярмарку, как с утра и сюда приезжать. В официальном магазине Apple мне сказали, что у них нет сервиса, и они не отправляются частью в Мадрид и Бильбао. Сейчас нашел в центре еще одну мастерскую. Смотрим, ремонтируют ли здесь макбуки. Santander Solutions. Вот он. Замена батареи будет стоить 179 евро. И опять же, тут они без диагностировки сказали, а был пролит ликер. Ну, типа, она работала после него, ничего страшного. Такое бывает, но потом оно ломается, потому что в ликере сахар. Извините, но она не подлежит восстановлению, только надо менять. Опять же, это испанский сервис. Испанцам лень разбираться. Они сразу, если что-то слышат, говорят, надо менять. И это не совсем good. Отправил ноутбук второй раз уже вместе с зарядным устройством. Пусть посмотрят батарею, ну и починят те огрехи, которые допустили там в ремонте. То есть не проверили USB разъем, а также клавиатура без подсветки. Почему-то они сделали. Поставили клавиатуру, но она оказалась без подсветки. Также, к огромному сожалению, Олечка где-то разбила свои часы Apple Watch, треснул экран. Так получилось, и я в эту же посылку и часы отправляю во Львов. Они сказали, что они смогут это все починить. Ну, посмотрим. Сейчас отправляю, то есть оно завтра будет уходить, и где-то во вторник, в среду, может, четверг будет в Украине уже во Львове. Будет его ремонтировать, это еще затянется неделя, наверное, а то и полторы. Потом он будет ехать назад, ну, как-то так. Но в целом, очень даже неплохо. Ну что, Масива Дути, мы поменяли, собственно, свитерочек, который мне Олечка подарила на день рождения. Я еще докупил еще один свитерочек себе. Уж очень мне понравился. Давайте буду вам показывать. Вот так вот выглядит свитерочек. Ну, понятно, не под эти штаны, а под джинсы. В целом, достаточно неплохой. Полосатый. Ну, единственное, мне тут горлышко смущает. Ну, девчата говорят, что мне очень идет. Чуть еще пузо убрать, и будет хорошо. Что скажете, напишите в комментариях. И сейчас покажу вам тоже свитерочек, который я дополнительно купил. Собственно, вот самый обычный, тоже беленький, классный. Но мне здесь больше горлышко нравится. Без всяких полосочек. Ну, по-моему, очень классно. Опять же, убрать пуз. Это L-ка. Я XL не брал, она реально большая. Чуть похудее и будет хорошо. Такой или такой? Смотрится по-разному, да? Какой лучше смотрится? 25.08. А, это 25.08. Был 5.10. Вот 5.10. 44, вот он. 35, 3, 4, 17, 16. Мы снова приехали на этот остров. Смотрите, какие собаки прикольные. Ага. Прикольные собачки. На остров приехали на пляж и потом пойдем по стандартной процедуре. Есть крабов, лобстеров, крабос и еще что-то. Прикольные. Людей много, все соскучились по пляжу, потому что эти дни были достаточно дождливыми. Все поприезжали и купаются. Пойдет купаться Таня. Чего? Вот, закрывает специально. Вон, Дианка тоже готова идти купаться. И Зая скоро переоденется. Ой, Диан, ты чего? Да, вот вам всем. Battle Chick. Купили специальные ракетки с мячиком. Ты просила попу не снимать. Будем снимать. Фон просто будет. Battle. А ну, аж цицки підпрыгують. Давайте. Оп. О,
Нормально. Да знаете, как была в Топгане сцена с волейболом, так и у нас сцена будет. О! О! Ух ты! Это было два раза! Вау! Это уже прогресс! Подачка неверучка! Ого! О! Пошел бадминтон! О! Балерина! Ух ты! Пошел! Пошел знат! Чуть-чуть, но это было эпично. Это был новый уровень, новый челлендж. Молодцы. Еще пару недель тренировок. Первый сет закончен, стороны меняются местами. Счет опять же 5-0 в мою пользу. Ну, за первый сет стороны так и не научились играть. Все-таки вперед. Опа! Что ж ты так, Татьяна? Как тебе по батюшке? Ух ты! О! Сергеевна. Сергеевна. Мне снился сон, там ты все время рассказывала, что ты Сергей. Я Сергей? Это неправда. Вообще очень красивый вид открывается на Сантандер, и очень широкий пляж. И гулять тут сплошное удовольствие. Да, принесли два краба вместе. И одно вино. Красиво это? Красиво, красиво, ничего не скажешь. Ну, сейчас будем делиться. Видишь, это краб-паук. Да. Получается такой 28 евро, 600 грамм. Чуть покрупнее 65 евро. Вот эти крабики, которые мы ели, они примерно 12 евро. И вон большой самый 95 евро, кантабрийский. Он реально очень здоровый. Наверное, очень вкусный. Сестричка ведет Диану. А куда идут? Куда идут? На горку. Привет. Молодцы. Вы отличная команда. Мы по стандартной программе. Выпили кофе, теперь на площадку и потом на кораблик домой. А дома нас ждет вермут. Вермут и всякие закусочки к нему. Дианка, как всегда, очень любит эти горки. Уже сама ползет. Ползет, 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 ползет. Полезла, полезла, сама уже полезла. Ты бачишь, яка? Вау, просто молодец. Давай, я тут. Молодец. Да, очень любит она эту горку, поэтому не составила труда. Вижу цель, не вижу препятствий. Бабуц! Падение, падение, майдей, майдей. Ничего, мы все равно досягнем мети. И вот она уже тут. Бенга, бенга. Ваха, ваха. Оле! Ай, ты молодец, мала. Круто? Да, вот такая новая лодочка причаливает. Тихо. Что, забрал? Это не твое письмо? Нет, это новое. Ты, а что, да, что написано? Для каждого сони Насти. Для красуни Насти. Письмо. Кто бы это мог его прислать? Твое послание сработало. Единорог? Настя начал писать единорог. Твое желание было? Это точно не твое? А ну-ка, посмотри. Настя ему написала письмо. А твое как выглядело? В конверт мы его паковали, да, вообще? Еще другое, раз. Да. Уже единорог первый написал Насте. Потом Настя написала ответное письмо. И вот от единорога еще одно пришло. Нас дома не было, да? Нас дома не было, оно появилось тут. Что там? Что ты ищешь, Настя? Что? Вау, росточек подрос, листочек там. Да, Настя посадила косточки, и уже он вырисовывается. Третий листик. Четвертый уже. Вот, явно тыква, да? Похож. А эти два, не знаю. Будешь читать. А ну. Что там я? Садись удобненько куда-нибудь и садись и читай. На диванчик. Ого, сколько всего написал тебе. Давай сюда, за стол. Силу поэму. А ну, давай читать. Ух ты. Нам тоже интересно, да? Можно мы с тобой? Да. Давай. Привет, дуже рад не бажання. Але щоб їх. Здесь нет.
Потири б на парадити мої батьки. Мої, а тут що? Мої батьки, вони теж. Це, наверное, так я написав. Так, він так і я написав. Він же ж дитина ще не дуже добре вміє писати, мабуть. Дитина роги. Ти йому бажання загадувала? Да? Це він про твої бажання в листі, так? Да? Так, ну, значить, виходить, що він дитина, єдинорог, у нього є батьки єдинороги. Виходить так? І йому сподобались твої бажання, так? Да? Ну, добре, давай далі. А я єдиноріг, так. Але ще дитина. Ага, але він дитина, так? На їх виконання. Виконання, подвоєння Н. Потрібен час. На виконання твоїх бажань потрібен час. А далі що пише? Чому час? Час – це, ну, час – время. Время. На українській мові це час – це время, як на російській. Утром мене будуть бажання ждати. Я не знаю. Складні та бажання там. Веселку, да, закінчення війни, да? Морозове і єдинорогом стати. Ну, дивись, що далі пише. Морозиво на чарую. Все, морозиво не чарує. Так, давай робити виводи. Ти загадала морожена, радугу, стать єдинорогом, і щоб закінчилась війна, так? Ну, наверное, радуга, війна, єдинорог – це дуже слушне желання. Он еще маленький, сил у него столько нету, нужно время, чтобы он подрос, их исполнил. А мороженое, он сказал, ты начаруешь. Вспоминай, было сегодня мороженое у тебя? Исполнило желание? Ура! Единорог исполнил твое желание. Да. Родители купили тебе мороженое, да? Даже долго уговаривать не пришлось. Угу. Значит... Обычно мама говорит, нет, Настя, нет, ты себя плохо ведешь. А тут ты себя хорошо вела, мама сказала, хорошо, пошли. Чудо! Еще и свое дала попробовать, да? Чудо, да? И Таня свое а дала. А больше такое не бывает, скажи. Ну подумай, вспомни. Класс. Волшебство. Ты ж береги письма от единорогов. Для просуни, Настя. У нас вечерняя посиделка. Ты хочешь есть, так что не свободен. Вот так вот вечером сидим и вермут пьем. Кстати. Вот такой вот вермут зашел. 2 евро в Маркедоне. 2,25. Швепс. 2,25. Да. Джинджер эйль. Лимончик. Апельсинчик. И вот это очень интересная штучка. И душевные разговоры.